Уголовное дело в отношении бывших членов правительства Игоря Чудинова и Акылбека Джапарова, а также неких других лиц было возбуждено Генпрокуратурой накануне. Основанием послужили материалы, поступившие из ГКНБ, о нецелевом использовании чиновниками бюджетных средств за период с 2009 по 2015 годы. Данное уголовное дело возбуждено по факту незаконного выделения и нецелевого использования в период с 2009 по 2015 годов бюджетной суды в размере 200 миллионов сомов акционерному обществу «Машино-испытательная станция». Машино-испытательная станция, ставшая животноводческим хозяйством, занимается племенным животноводством и производством молочных продуктов. Суда была предоставлена для реконструкции семяочистительного завода и выращивания семенного материала для сахарной свеклы. Как следует из материалов дела, 200 миллионов сомов в июле 2009 года были выданы на основании распоряжения тогдашнего главы Кабмина Чудинова. В нарушении требований действующего законодательства вернуть бюджетные деньги предприятие должно было до 31 декабря 2012 года. Однако дважды, в 2012 и 2015 годах, безо всяких оснований, сроки возврата были незаконно продлены. По состоянию на начало весны 2017-го задолженность открытого акционерного общества МИС перед Минфином составляет уже более 237 миллионов сомов. Следует отметить, что до подписания вышеуказанного распоряжения гражданка Шандетская, это теща Чудинова, приобрела 24% акций ОАО «МИС», а у ОСО «Бишкек Строймонтаж». Также акциями ОАО «МИС» владели Джапарова, это супруга экс-министра экономики и финансов Кыргызской Республики Джапарова, и другие лица. На данный момент, как сообщает ГКНБ, фактическим владельцем 95% акций ОАО «МИС» являются лица, аффилированные с депутатом Джугурку Кинеша Акылбеком Джапаровым. По словам самого Джапарова, об уголовном деле он узнал из СМИ и пока еще не знает подробностей. Также ничего не известно о предъявляемых обвинениях и другому фигуранту уголовного дела, бывшему премьеру Игорю Чудинову. Вы знаете, пусть они у тещи спросят, теща уже давно умерла. 200 миллионов сомов были выделены через Министерство финансов, через Фонд развития экономики. Такое есть Министерство финансов, если вы знаете. Вы же в свое время возглавляли же этот Фонд развития. Нет. Причем здесь этот фонд? Это Фонд развития и ГФР, это разные фонды. Вы, пожалуйста, к ним все вопросы. Я не готов вообще отвечать. Ерунда какая-то. С декабря 2007 года по ноябрь 2009, напомним, Игорь Чудинов занимал пост премьер-министра. Затем до апреля 2010 года возглавлял Фонд развития. Акылбек Джапаров с 2007 по 2009 годы был министром экономического развития и торговли. С октября 2009 по апрель 2010 года первый вице-премьер-министр Кыргызстана. Кроме бывших действующих депутатов Чудинова и Джапарова в уголовном деле фигурируют также экс-министр сельского хозяйства и мелиорации Чингизбек Узакбаев и Талабек Айдаралиев. Как сообщает ГКНБ, это еще не полный список лиц, кому, возможно, также предъявят обвинения в причинении государству ущерба в особо крупном размере. Бултысаев Самадол Тахунов, НТС.